Продолжим наше повествование про детские игры из далеких 90-х годов 20 века. Мы с братом придумали свою военную игру «Солдатики». Повзрослев, мы реконструировали наши детские игры и уже сняли 27 видео про это. Перенесемся в лето 1995 года. У нас завершилась битва народов, в ходе которой русские и римляне разгромили сильнейшее коалиционное войско, возглавляемое греками. На поле боя сошлись в рукопашную почти 1500 солдатиков. Результат сражения был печален для греков и их союзников. Потерпев поражение в бою, по нашим игровым правилам, они лишились права получать запасы жестяных мечей, фольги для производства доспехов и других полезных ресурсов. Теперь все это, как только бы появлялось у нас, передавалось бы русским, как победителям. Из этих материалов можно было делать новые доспехи, мечи и так далее. Также русские конфисковали у врагов все оружие, коней и артиллерию. Часть доспехов также была снята с побежденных воинов, что снижало их боевую эффективность после своеобразного воскрешения. Это усугублялось тем, что материалов для реставрации доспехов у греков теперь не было. В прошлых видео мы постоянно говорили, что у русских не было жестяных мечей и доспехи встречались нечасто. А на наших видео вы видели иное. Так вот, такой внешний вид русская и римская армия приобрели после битвы народов, вооружившись трофейным оружием. Теперь внешний вид русских и римлян на видео соответствует реалиям описываемых событий. Наш мир пластилиновых солдатиков находился в кризисе. Нам было 13 лет. В этом возрасте многие подростки бросают свои детские увлечения и всеми силами стремятся казаться взрослыми. Часто это взросление у детей связано с алкоголем, наркотиками, сигаретами, хулиганским поведением и так далее. Переходный возраст, однако, как говорится, возьми от жизни все. Лихие 90-е были в самом разгаре. Шла Первая Чеченская война. Развал экономики вызвал обнищание населения бывшего СССР. Крах советской идеологии привел к потере жизненных ориентиров у людей. Многие ударились в религию, секты, спились, снаркоманились, подались в либералы и пофигисты. Как говорится, живи для себя, плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. И еще одна популярная фраза в капиталистическом мире – «Человек человеку волк». Она звучала, казалось бы, из каждого утюга. Мы не голодали, но жили очень скромно. Нам хватило ума не поддаться на все эти соблазны, хотя либеральная идеология сумела поселиться в сознании довольно сильно, потеснив советскую. Это вызвало утрату веры в свое отечество и поиск идеалов в других странах. Именно этим и был вызван наш сильнейший интерес к античности. Мы любили древнюю историю Руси, но чем ближе к истории СССР, тем интереса становилось все меньше и меньше. История Союза казалась нам бесконечной чередой безумия и преступлений, а капиталистическая реальность казалась правильной. Сейчас-то мы знаем, что тогда нас всех жестоко обманули и подменили идеалы. Чтобы эта картинка не выглядела как голословное утверждение или тупая пропаганда, предлагаем вам более детально погрузиться в этот вопрос. На Бусти мы разместили вот такую статью. Из нее вы многое поймете. Не поленитесь и прочитайте. Особенно слова в конце статьи. Она абсолютно бесплатна. Ну а теперь продолжим наше повествование. При этом мы старались хорошо учиться и общаться с адекватными сверстниками. Идеологический коллапс, творившийся вокруг, не мог пройти и школу без последствий. Моральная деградация детей была ощутима, хотя и старое воспитание давало свои положительные плоды. Не все стали дураками. В школе все наши сверстники учились в трех классах. Мы учились в классе «Б». Всех сверстников-отморозков в школе собрали в отдельный класс «В». С одной стороны, нам стало легче жить. С другой, все подонки сразу сколотили сильнейшую группировку и давали нам жару. Детство не было безоблачным временем. Часто от людей можно услышать такую фразу, как «беззаботное детство». А после этого начинаются воспоминания о безграничной свободе, счастье, веселье. Такого детства у нас не было. Забот, как говорится, хватало у тех, кто не хотел скатываться в животное состояние дегенератов. Порой приходилось драться. Поскольку мы не были спортсменами, результат был не всегда в нашу пользу. Были досадные и горькие поражения, особенно от старшеклассников – и тех, кто был на год старше, второгодников. Со сверстниками мы обычно справлялись. Трудности, если не ломают человека, то делают его сильнее.
тем слаще были победы над всякой сволочью. Вот здесь, за школой, пролилась из носа кровь одного нехорошего человека. Забрызганный кровью брат просидел потом весь урок и только на перемене смог добраться до туалета и смыть ее. Всякое бывало. Наша компания состояла обычно из 6 ребят, с которыми мы проводили свободное время. Данная фотография сделана в конце мая 1995 года. А фото оказались мы с братом и двое наших друзей. В центре между нами стоит Артем. А чуть пониже, в стороне, Андрей. Причем Андрей был лучшим нашим другом, практически третьим братом. Мы играли в футбол. Казаки-разбойники. Проводили сражения дротиками, копьями из камыша. Стреляли из луков камышовыми стрелами с проволокой вместо наконечников. Луки были неплохими. Стрелы летали до макушек тополей. Летом купались в Волге, играли в снежки, строили снежные крепости. Были другие занятия. Жизнь не была серой и унылой, но непростой. Фотографий и видео этой эпохи у нас нет. О детстве остались воспоминания и довольно скудные записки в летописи жизни, которую мы вели с братом. Благодаря этим записям стало вообще возможно проводить хоть какие-то реконструкции тех далеких событий. Вернемся в конец августа 1995 года. Скоро нужно было идти в школу, в 8 класс. У нас уже была книга про римлян. Иллюстрации и текст из него будоражил наше сознание. Мы видели красоту и мощь древнего Рима. Структура легиона, боевой шахматный порядок, могучие корабли смотрели на нас со страниц этой книги. Нам хотелось создать такую же армию у себя. В конце лета 1995 года мама купила нам еще вот эту книгу. В ней 4 рассказа про древних греков и персов. Эта книга вызвала сильнейшее желание создать такую же армию у себя. Нам захотелось двуногую человеческую армию. Но это желание упиралось в ряд ограничений. Правила нашей игры в солдатиков диктовали нам следующее. Первое. На четвероногих зверях оружие крепится лучше, чем у двуногих, так как они вынуждены держать копья и мечи в руках. Обычно вообще держали в одной руке. Соответственно, у четвероногих воинов сила удара выше, вероятность утраты оружия в ходе битвы меньше, чем у двуногого. Второе. Двуногие неустойчивы на поле боя, когда оно завалено павшими и нужно сражаться стоя на их телах. А вот четвероногим гораздо легче стоять на неровностях местности. Третье. Четвероногие воины быстрее бегают, чем такого же размера двуногие. То есть такая армия более мобильна на поле боя. Получалось, что делать двуногую армию нецелесообразно. Но нам захотелось именно воинов-людей, а не волков и зайцев, пережитков раннего детства. Накопленных денег нам хватило на 2 коробки пластилина. Они были изготовлены из пластика оранжевого цвета. Это было очень важно, так как их можно было использовать для строительства фортификаций, но об этом позже. Качество пластилина оказалось не лучшим, но приемлемым. Началась работа. Для лепки мы использовали не все цвета пластилина. Синий, зеленый, коричневый пластилин на производство солдатиков не пошел. Его оставили на лепку динозавров, пальм и древней растительности. Мы любили делать довольно большие диорамы про вымерших животных. Когда-нибудь мы про это тоже сделаем видео. Получились бойцы 5 цветов – белый, желтый, черный, красный и оранжевый. Всего вышло 76 воинов. Старшим отрядом считался белый, так как этот цвет пластилина был редким и традиционно поэтому считался у нас элитным. Средний рост воинов составлял 4,5-5 см. Специальной линейки их никто не замерял, просто так вышло чисто по соображениям удобства. Слишком маленькие солдаты имели бы тонкие руки, и копья, закрепленные в них, вываливались бы. Очень крупные бойцы не позволяли бы собрать многочисленную армию. Нужно было помнить про ограниченность ресурсов и пространство для битв. Так постепенно у нас получился компромиссный размер людей-воинов в 5 см. Вооружены воины были копьями, сделанными из спичек. Мы купили несколько коробков и заточили их ножом. Новые солдаты строились в построении глубиной в 5 шеренг. Стояли они по цветам белый, желтый, черный, красный и оранжевый. Это был стандартный боевой порядок, который всегда соблюдался в бою, если условия битвы позволяли это делать. То есть каждая шеренга всегда стояла на своем месте. Белых было 15, желтых 17,
черных 15, красных 15, а оранжевых 14. При этом вторая шеренга получила удлиненные копья. Их делали при помощи того, что к первой спичке крепили на пластилине вторую. Соединение обматывали проволокой, пластилином и покрывали конфетной тонкой фольгой. Оно было не очень прочным. При попадании в доспех врага такие копья часто ломались. Длинные копья позволяли бойцам из второй шеренги помогать в бою первой. Своеобразная македонская сариса из вергины с разъемной втулкой. Но мы тогда про это ничего не знали. Мы массово стали крепить оружие не к одной руке, а сразу к двум. Получился такой своеобразный двуручный хват. Нельзя сказать, что и раньше такого не было, но мы специально стали делать одну руку длиннее другой и крепить древко в них так, чтобы крепление было надежным. Это нововведение позволило закреплять оружие у двуногих воинов не хуже, чем у четвероногих зверей. Теперь надо было решить задачу устойчивости в бою. Ранее подставки у двуногих воинов делались хаотично. Это могли быть пуговицы или просто лепешка из пластилина. Мы решили эту проблему кардинально. Все наши воины стояли на подставках, сделанных из рублевых монет образца 1992 года. У нас их накопилось несколько сот штук. 26 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. В январе 1992 года в России были введены в оборот монеты, в том числе и рублевые. В это время хлеб стоил 1 рубль 40 копеек. А уже в феврале, то есть через месяц, его цена выросла до 40 рублей. Инфляция была бешеной. У кого были хоть какие-то рублевые накопления, буквально за месяц потеряли их и из богатых превратились в нищих. Валюты практически ни у кого не было. Начались задержки зарплаты, которые порой шли месяцами. Жить без зарплаты по 4-6 месяцев стало нормой. Порой платили зарплату не деньгами. Так наша тетя, работающая на Волгоградском тракторном заводе, бывшем Сталинградском тракторном, получила как-то зарплату в виде 6 стульев. Продавая их из этих денег, покупай еду. Не сможешь продать? Умри. Бизнес. Ничего личного. Как говорил один из реформаторов, Чубайс, если 30 миллионов человек не впишутся в рынок и умрут, это их проблемы. Так и жили. Родители оставляли нам сдачу, когда мы ходили за хлебом, и у нас накопились монетки, в основном однорублевые. В 1995 году, когда мы стали делать новую армию, хлеб стоил уже 3-5 тысяч рублей. Металлические рубли обесценились практически до нуля. Вот таким образом накопились у нас эти монетки. Мы их стали активно применять, делая подставки для своих солдатиков. Примерно у 10 воинов грудь мы защитили одной или двух копеечными советскими монетками. Могли даже делать щиты из 5, 10, 15 копеечных советских монет или из российских рублей. Реконструируя этих воинов, мы применили однорублевые монеты, которые используются прямо сейчас, то есть в 2023 году. Таким образом, все основные проблемы, стоящие перед нашей новой армией, были решены. Оружие держалось надежно, благодаря двойному хвату. Устойчивость обеспечили металлические подставки из монет, которые немного смещали центр тяжести воина к низу. К тому же они были достаточно прочные, не гнулись, не ломались. Идеальные подставки. Скорость перемещения людей по полю была средней, чуть меньше, чем у соразмерных четвероногих зверей, но выше, чем у мелочи всякой. А у русских 3/4 армии состояло из мелких воинов. Получилось, что новая армия была калиброванная и перемещалась по полю с одинаковой средней скоростью. Мы долго думали, как же назвать новый народ. В нашем мире уже были греки и римляне. Нам хотелось народ, похожий на греков, чтобы им можно было делать гребни на шлемах, как в книге, которую мы называли по автору первого рассказа – Геродот. При этом этот народ должен иметь славную историю. Мы не могли найти такого народа. Знания и иллюстрации, которые были у нас в наличии в то время, не позволяли это сделать. Было принято решение назвать новую армию карфагенянами. В это время у нас было всего 3 иллюстрации с изображением этих воинов. Картинка из учебника истории за 6 класс и 2 изображения карфагенян из книги «Римляне». К
Как ни вглядывайся в эти картинки, но увидеть шлемы, похожие на греческие, в них невозможно. Но Алексей сделал предположение, что у них наверняка были шлемы с гребнями. Сейчас мы, конечно, уже знаем, какая была экипировка у карфагенян. На шлемах у них были гребни. Точнее сказать, на некоторых типах шлемов гребни были. Но в 1995-м до появления доступного интернета оставалось еще лет 10, поэтому использовать приходилось очень скудные и противоречивые данные. Но мы угадали интуитивно. Итак, мы слепили новых бойцов, и нам захотелось их опробовать в бою. Как новое войско было готово, оно напало на отряд римлян, состоящий из 35 воинов. Мы построили карфагенян в боевые порядки. 5 шеренг стояли грозно. Казалось, они уничтожат любого, кто к ним посмеет приблизиться. Римляне едва смогли выставить 2 шеренги. Мы оценили соотношение сил и решили, что бой римляне давать не будут, а отступят. Они обратились в бегство с поля боя. Добрались до моря, где стоял коробок из-под пластилина. Эта коробка также служила и кораблем. Быстро на него погрузившись, они отплыли в землю эллинов. Там находился отряд русских, около 115 бойцов. Это был сводный отряд из представителей разных городов. Это были лучшие русские воины. Мы создали объединенную русско-римскую армию для решения задач по защите страны от греков и их союзников, а также для борьбы с возможным новым захватчиком. Это войско имело численность примерно 150 бойцов. На реконструкции мы используем воинов римлян и из русского Зайцевого города. Мы не стали делать сводный отряд, чтобы не поперепутать воинов. Это раньше мы всех помнили, как говорится, в лицо и не путали, даже если всех перемешивать. Сейчас же, через 28 лет, мы, конечно, можем что-нибудь напутать. Хотя, в целом, конечно, помню, кто есть кто. При этом весь военный потенциал Руси и Рима составлял почти 850 бойцов. Создание сводного отряда – это новаторская идея. Она стала первой ласточкой предстоящих военных преобразований нашего игрового мира. Данная битва была нами реконструирована 7 мая 2023 года, специально для зрителей нашего канала. Мы сделали карфагенян с нуля, типировав их таким образом, как они выглядели в их первых сражениях. В последующих фильмах мы будем заменять реконструированных воинов на настоящих по мере развития их армии. При этом чудом сохранились все необходимые элементы, чтобы можно было реконструировать битву с применением абсолютно тех же строительных материалов для крепости и защиты пола. Поэтому вы видите 100% точную реконструкцию. Увидеть для нас детскую битву, которая была почти 3 десятилетия тому назад, это просто взрыв эмоций. Это словно на машине времени вернуться в детство. У нас есть такая машина времени. А у вас? Карфагеняне в далеком 1995 году построили укрепление. На правом фланге поставили коробки от пластилина. Они были пластиковыми и прочными. На них установили защитную стенку из синего пластилина. В центре расположили пенал белого цвета. Его также укрепили. У нас также были куски поролона от дартса. Диск-мишень развалился после множества попаданий в него дротиками. 2 наиболее крупных куска мы применяли для строительства укреплений. Также для производства оружия и колов для крепости мы взяли спички серы и стали затачивать их. До этого мы брали только использованные спички, и серы у нас не бывало после их затачивания. Вот такие мы были экономисты. Спички для армии мы стали покупать за свои карманные деньги. Вставляя спички в поролон, мы делали частокол. При этом они плотно увязали в поролоне, так как он был специально предназначен для легкого прокалывания и удержания дротиков в нем. Получились хорошие укрепления. В процессе срезания серы со спичек мы набрали довольно много обрезков. Пришла нам мысль подпалить их. Естественно, не всю кучу, а небольшое количество. Загорелось все знатно. Нам пришла в голову мысль опилки и серу завернуть в бумагу и сделать бомбочку. Ее требовалось поджечь и метнуть во врага. Но разжигать на полу костер было нельзя. Поэтому мы настелили 2 металлические пластинки. Это были 2 листа, каждый размером с лист формата бумаги А4. Они были у нас от учебного пособия, которое имитировало школьную доску. На магнитах на нем можно было крепить буквы и цифры. Вот эти 2 металлические доски, лежащие у нас с 1 класса, и пригодились.
Карфагеняне засели в укреплениях. Нам казалось, что новое войско сейчас покажет свою силу, несмотря на двукратное численное превосходство врага, а полевая фортификация поможет выровнять шансы на успех. Прибыло русское войско. Будем ее так называть, хотя там был довольно солидный римский контингент. Итак, русские заполнили все поле боя. Теперь карфагеняне не казались уж такими сильными на их фоне. Русские пошли на приступ. Как только они подошли к левому флангу, карфагеняне запалили новое секретное оружие. Мы его просто рукой кинули в сторону русских. Возгорание произошло не сразу. Повалил дым, аж потом огонь. Он спалил два копья русских воинов. Если честно, то пострадавшие могли бы быстро отскочить от бомбы и не посрать вообще. Металлический советский матрос проткнул горящую бомбу пикой и закинул ее на колья. Колья загорелись. На реконструкции я постарался сбить и затушить огонь копьем карфагенянина. Но копье карфагенянина вспыхнуло, и его, как и колья, не удалось затушить, пока они не прогорели. Два кола в чистоколе, сгорев, открыли проход. Как говорится, первый блин комом. Лишив оружие трех русских воинов, карфагеняне получили дыру в обороне. Но прямо скажем, что применять огонь в домашних условиях нельзя. Не повторяйте наш эксперимент, так как это может быть очень опасно. У нас эта тема тогда захватила. Мы начали активно развивать огнестрельное оружие и делать всякие бомбочки. И далеко не такие примитивные, как это, но вовремя остановились и не сожгли квартиру. Об этом расскажем как-нибудь в другой раз. Начался жесточайший приступ. Там, где нельзя было взобраться на стену, русские строили из своих тел лестницы, и задние шеренги по спинам товарищей лезли в бой, прям как римская тестуда черепаха. Яростные атаки встречали отчаянное сопротивление, пока укрепления были за карфагенянами и им удавалось причинять большие потери врагу. Особенно тяжело было штурмовать укрепления, которые занимали белые и желтые карфагеняне, так как их воины лучше прикрывали друг друга. Вторая шеренга длинными пиками помогала первой. Хотя надо признать, что длинные копья часто ломались, наталкиваясь на броню врага. Жестяные мечи были эффективным оружием. Рубить и колоть врага, не имеющего броню, было относительно легко. Иногда в ходе боя можно промахнуться и ударить не по воину, а себя по пальцам. В данном случае кровь брызнула на карфагенянина. Адреналин в бою позволяет почти не ощущать такие порезы. Нас это вообще никогда не беспокоило в игре. В ходе рукопашного боя русским удалось взять правофланговые укрепления. Долгий бой завязался на левом фланге карфагенян. Сложно было пробиться через узкий проход. В горячке был русский воин слон случайно напоролся животом на пику и погиб. Бой за проход шел с переменным успехом. Русским, благодаря большей численности и наличию доспехов, удалось пробиться и расширить плацдарм и победить. Последние очаги сопротивления оказались в самом центре боевой линии на поролоне. Русские постепенно сжимали кольцо вокруг врага. Победа была неминуемой. Карфагеняне были разбиты. Реконструируя бой, мы получили в целом такой же результат, как и описанный в летописи. Прорыв флангов и упорный бой в центре укреплений. Получился очень точный бой, полностью отражающий события, происходившие точно на этом же месте 28 лет назад. Удалось в бою погрузиться в давно минувшую эпоху и сбросить груз почти трех десятков лет.
Рекомендуем тем, кто постарается повторить наш опыт и создаст свои армии, вести летописи своих битв и не выбрасывать модельки солдатиков. Это может позволить вам в будущем реконструировать бои из вашего детства и получить захватывающий прыжок в прошлое. Битва была упорная, но превосходство в вооружении было за русскими и римлянами. Погибли все карфагеняне, а у их врагов полегло 50 бойцов. Тоже немало, но это было вызвано необходимостью штурмовать укрепления. В чисто полевом сражении русские перебили бы бездоспешную рать карфагенян с еще меньшим уроном для себя. Хоть мы и надеялись на победу карфагенян, но понимали, что это маловероятно. Поэтому перед битвой мы решили, что этот бой будет идти за право проживания на территории Руси, а не за владение ресурсами, из которых можно делать вооружение. Русские ожидаемо победили. После сражения выжившие воины отходили в сторону. Поле боя было покрыто павшими. Мы всегда подолгу рассматривали, кого где застигла смерть, кто погиб героем, а кто просто пополнил статистику павших. Потом мы восстанавливали воинов, заделывали раны. Это не так уж и сложно для тех, кто умеет сам лепить солдатиков. Да и к тому же тяжелые раны, которые требовали много времени на восстановление, например, травмы лица, были не так уж и часты. После этого все павшие воины воскресали и отправлялись каждый в свое государство, чтобы принимать участие в новых и новых битвах. Получался бесконечный цикл битв и воскрешений. Чем-то напоминает скандинавские верования викингов в Вальгалу, где храбрые воины живут и сражаются вместе с Одином до Рагнарёка, которому всем суждено сгинуть. Но о таких верованиях скандинавов мы практически тогда еще и не слышали, поэтому это было чисто наше изобретение. Карфагеняне покинули русские земли и поселились между Русью и греческим берегом. Они находились в четырех коробках. У нас дома была бумага чертежей, так как отец раньше, до развала инструментального завода, работал там мастером. Чертежной бумаги было много. Один из таких листов формата А1 стал, по сути, островом в море. Началась модернизация карфагенского войска. Мы не собирались сдаваться, понимая интуитивно, что будущее за двуногой армией. В этот момент мы читали и изучали иллюстрации вот из этой книги, которую мы уже показывали. Ее герои будоражили наши души. История мальчика-раба Алкамена и его первой трагической любви. Деяния великих полководцев и политиков Мистокла, Аристида, Павсания, Леонида и других были для нас примером мужества и мудрости. Четыре рассказа из книги повествовали о возвышении Персии и героической борьбе греков за свободу. Битвы при Фермопилах, Платеях, Марафоне, Саламине и у мысов Артемисе и Мекале предстали перед нами. Масса иллюстраций не видано до этого качества, в том числе и цветные, дополняли и раскрашивали увлекательное повествование. Древняя Эллада окончательно покорила наше сознание. И мы ведь, что бы то ни стало, желали создать у себя такую же армию и привести ее к победе над отжившей и утратившей актуальность игровой вселенной. Но это уже будет другая история. Так началась новая эпоха развития нашего игрового мира. Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео как про пластилиновых солдатиков, так и про модернизм. Особое место на канале занимают военно-исторические фильмы, например, про войны римлян и германцев. Каждый найдет для себя что-то интересное. До встречи!